На пороге самый прекрасный весенний праздник – 8 марта. В Международный женский день мужчины традиционно поздравляют своих любимых дам, дарят им подарки и говорят теплые слова. А что могут пожелать саровчанкам мужчины нашего города? Пойдемте узнаем. С праздником! Желаем успехов, красоты побольше, самое главное, и процветания, мира над головой. Всем женщинам больше улыбок, больше здоровья, больше счастья. Всего самого-самого им хорошего, чтобы у них было все свою жизнь прекрасное. Чтобы все было у них хорошо. Главное, чтобы здоровье было, а все остальное можно купить. Добра, удачи, хорошего настроения. И всегда радоваться жизни. Здоровья, праздничного настроения, ну всего самого хорошего. В нашем городе полно красивых и умных девушек и женщин, конечно же. Я сам и учусь, и работаю, поэтому вижу, сколько умных и красивых девушек рядом. Хочу пожелать, чтобы все оставались такими же красивыми и становились еще лучше. И чтобы все добивались того, чего они сами хотели. Редакция канала 16 также спешит поздравить женщин с их праздником. Мы желаем, чтобы всегда вокруг вас были мужчины, которые вас радуют, ценят и обожают.